Башня еще пересылает людей. Так, мы это пропускаем. Агент Картер. Всем привет, братишки. О, мы очнулись. Да. С вами Ник Фрост. Добро пожаловать в XCOM. Как он убедился, что я человек? Но вы же живы, а? Вроде того. Директор сказал, чтобы вы зашли к нему, когда проснетесь. Не заставляйте его долго ждать. Короче, был у меня небольшой перерыв в прохождении этой игры. Я между делом прошел еще пару игр. И немного призабыл, как, что тут, где, куда, зачем. Какое тут управление, все такое. По-моему, пробел тут была важная кнопка. Так, и походу в меня вселилась какая-то зараза, так как в предыдущем ролике, который я сейчас прервал, наблюдались некоторые галюны. Милый, мне так страшно. Милый, прием. Меня кто-нибудь слышит? Есть кто живой? Я уже умерла? Если так, я ждала чего-то посолиднее. Прием. Есть кто-нибудь, кто говорит? Кто? Не разобрать слов. Хорошо слышно запись, да? Короче, знаете, смотрела на его рюкзак, пока тут все это запись шла. Смотрите, ничего, нельзя было как-то получше это сделать. Зачем эти все провода торчащие? Ну, оборвался проводочек и уже функционал потерялся. Их что, нельзя было в корпус спрятать? Или хотя бы с внутренней стороны, а там какой-то пластинкой закрыть? Но почему они с наружной стороны? Жесть, да? Доктор, на секундочку. Я не тороплюсь. Все равно большинство моих подопечных лунатики. Хуже им не станет. Впрочем, улучшений тоже пока не предвидится. Так, состояние лунатика. Лучше, блин, о себе спросила. Как там зараженные, док? Состояние стабильное, но жутковатое. Сестры их моют и кормят, но это все, что мы можем сделать. Лучше, чем ничего. Это как палата коматозников. Только все еще и говорят сами с собой. Есть шанс найти лекарство? Мы постоянно ставим опыты, но первые попытки ничего хорошего не дали. Значит, нельзя просто соскрести с них черную дрянь? Мы пытались. Вам лучше не знать, что под ней. Мы знаем, что чувствуют лунатики? Мы пытаемся выяснить. Их нервная система считает это состояние комой. Их телами управляет нечто другое. То есть они откуда-то получают приказы? На примитивном уровне, например, как вы видели, их тянет к башне чужих. И как они эти сигналы получают? Похоже, с помощью силикоидного вещества у них на лицах. Оно контактирует с мозаикой, как регуляторы в телах чужих. Еще один повод найти и уничтожить мозаику. Значит, сейчас вы мало что можете сделать. Пока мы можем только ухаживать за ними и продолжать тесты. Окей. Так. Тут, по идее, тоже что-то говорили, но мне не слышно. А может, и не говорили. Предупреждение. Проверка лунатиков. Персоналу изолятора мы обратили внимание на то, что новая звуковая проверка на благонадежность указывает неблагоприятное воздействие на лунатиков. Если чужие, реагируя на звук, демонстрируют повышенную агрессивность, то лунатики проявляют физиологические признаки стресса и возбуждения, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями. Сейчас мы изучаем эту тревожную связь между чужими и зараженными людьми и, с сожалением, должны напомнить, зараженный персонал не освобождается от обязанностей проверки на благонадежность. Да? Туда нельзя, сюда нельзя, окей. Вообще, что это за место такое? А, понял. Тут мы этого гасили, чувака того. Да? Или нет? По-моему, через вот это место можно было пройти. Через это место пройти и там с ним повоевать. А потом вышли, а тут уже куча народа, все чем-то заняты. Да-да-да, я вспомнил. Слышу вертолет.
Хеликоптер. Круто. Ну, они взлетят? А, нифига. Изоляция закончилась. Только что-то никакой разницы. Точно. Двери открыты, иди куда хочешь. Только вот что-то не хочется. И не говори. Побудешь пару минут снаружи, и сразу хочется закопаться поглубже. В худшем случае нас погребет заживо. А это клон? Там вроде такая была. Всему персоналу базы. После того, как доктор Дрезнер и доктор Уир разработали эффективный тест для выявления лазутчиков, я могу сообщить, что мы завершили полную проверку персонала базы. Я счастлив объявить, что вы все люди, и наш режим безопасности можно немного ослабить. Тем не менее, расслабляться нельзя. Все, кто возвращается на базу, будут подвергаться проверке, руководство базы оставляет за собой безусловное право проведения выборочных обязательных проверок. Как и раньше, все проверки будут проходить в присутствии двух вооруженных охранников. Благодарю за бдительность. С вашей помощью мы выстоим. Президент Фолк. Все. А ты заразился. Вот лох. Меньше надо было с этим, как его там, Николай общаться. Нико. Туда, да? Кстати, я тут уже забыл, что, ага, поговорить с Фолком. Да ну на. Вы потеряли сознание во время теста Дрезнера. Возможно, проверочный сигнал был слишком сильным. Директор Фолк ждет, когда вы придете в себя. Да ну на, не хочу к нему идти. Крыса? Или что, джики? Не понял, что это такое. Нифига себе, тут тараканы, блин. Да они же огромные. Не пойду к нему? Осторожней на стрельбище. Мы только что все починили. Как поживаете, Картер? Бывало и лучше. Херово. Все человечество с вами согласится. Не знаю, что с провизией, это уже было? Как наши запасы? Очень неплохо. Лишних ртов, конечно, многовато, но нам помогают пилоты Барнса. Возят еду и снаряжение с других складов. Ну, может, продержимся. Вот уж не поручусь. Хотя, как я слышал, кое-какие шансы у нас есть. Не без вашей помощи. Вы видели лунатиков. Что вы о них думаете? Да скверное это дело. Одно хорошо. Теперь они в лазарете, в безопасности. Только вот... Договаривайте. Грех об этом говорить, но лунатики тоже едят и пьют. Если б не они, припасов хватило бы месяца на 4 больше. А что бы вы предложили? Да ничего. В расход. Но война затянулась. И скоро придется решать, можем ли мы позволить себе быть такими жалостливыми. Ваш приятель Фолк меня чуть не пристрелил. Ха! Не вы первый, не вы последний. Он и меня пару раз чуть не пристрелил. Я серьезно. И я тоже, сынок. Это чертова жизнь. И сейчас на кону не только ваша гордость. Так что не берите в голову. Фолк старается для всего человечества. А если он станет злоупотреблять властью? Тогда я вас поддержу. Но не стоит начинать войну сейчас. Забот и так хватает. На сегодня все. Ну ладно, Картер. Удачи вам. И тебе, дедуля. Вот шпионов можно не бояться. Наверх выходить разрешили. Жизнь-то налаживается. Да, да уж лучше. Может, еще устроим вечеринку? Пригласим на нее лунатиков. Говорят, Уивер неровно дышала до силы. Она здорово по нему убивается. Да? А ты лучше верь тому, что говорят. А я думал, она по мне неровно дышала. Кто теперь возглавит команду Браво? После того, как Досилва... Ты кто? Какие вести с полей? Все по-прежнему. Орды чужих, плазменные лучи, ходячие машины смерти с другой планеты. Я уже начинаю привыкать. По вашему описанию, все как в комиксах. Только монстры настоящие. Почему Фолк стал таким подозрительным? А он был другим. Он же вообще никому, кроме Анжелы, не верит. Уивер всегда была хорошим агентом. Явно лучше вас. Я, в отличие от нее, не бросаюсь на старика с криками и воплями. Вы свободны. Не представляю, как вас можно было принять за чужого. Может, это была шутка? И не говори, пидорас, сука, всех в расход пусть.
Так, ну этих мы потом будем одевать, когда будем на задание отправлять. Чуть-чуть. Ух ты, блин. Может, с Шором и Шули я буду все время, типа, в белых, а Синклера тоже сделать Блэкменом. Или там красным меном, или розовым. Или вот такого мерзкого цвета. Голубой. Или это не голубой, что это за цвет такой? Вах. Хрен знает что. Зато не черный. Так. Вы же понимаете, надо всю базу обойти перед тем, как идти базарить с Фолком. И то я, наверное, к нему не пойду. Черт, я заблудился. Я вот все жду, что двери лифта раскроются, и оттуда выйдет моя Мейбл. Ну, это вряд ли. Без шансов. Всякое бывает. Вдруг ее найдет спасательная команда. Мне жаль так говорить, но лучше и не надейтесь. Да я знаю. Шутер от первого лица. Много реплик они прописали. Так, пойдем с этими побазарим, с яйцеголовами. Я слышал про ваше возвращение. Здорово, что вы живы, Картер. Я стал мутантом. Какая там кнопка, блин, не то жму. Так, что-то у вас как-то не так. А не, все так. У вас все по-прежнему, ничего не меняется. Так, формула, так. АБ квадрат равно С квадрат. Силикоид, или просто голод, загадочное существо. Он состоит из однородного полужидкого вещества на основе кремния, без всяких признаков, связующих материалов или чего-нибудь похожего на центры управления и обработки данных. Однако, когда на это вещество воздействует электрический заряд, оно обретает форму, сокращается и даже способно реагировать на внешние раздражители. Эту деятельность можно прервать, нарушив связность вещества, например, нанеся силикоиду физический урон. Чтобы полностью понять подобную технологию, потребуется много времени, но уже сейчас мы можем научиться управлять ею в собственных целях, а также найти иные применения для вещества, бла-бла-бла-бла-бла-бла, с которого состоят силикоиды. Там он еще со мной много народу хочет пообщаться, но не все сразу. Меня аж от сердца отлегло, когда я прошел проверку, которую устроил этот фашист. Ты что, боялся, что стал пришельцем? Да нет, но вдруг приняли бы за пришельца. Такие вещи два раза не проверяют. Как там наш друганя? Сержант Росс, как себя ведет пленник? А? Он-то сидит тихо. О чем задумались? А, прошу прощения. Так, всякие мысли в голову лезут. Ну ты баран. Как поживает наш ручной шпион? После беседы с вами он совсем притих. Ушел в себя, можно сказать. И что он там себе думает, поди разбери. Да уж, беседа была познавательной. Я могу еще раз с ним поговорить? Не стоит. А если очень нужно, то только при свидетелях. Они подтвердят, что вошел и вышел один и тот же человек, то есть вы. Все лучше, чем снова проходить тест. Что случилось? Такого бойца, как вы, пронять нелегко. Да вот, девушка у меня в Айове. Она заботится о выживших на ферме. Она отправляет сообщения каждый день, но... Что «но»? Во вчерашнем сообщении у нее был такой слабый голос, и она нашла на подушке следы черной дряни. Черт, сочувствую. За ними уже послали спасательный отряд забрать, кого смогут. Может, есть хоть какой-то шанс. Ничего себе, тут прям история у каждого бойца. Вы, главное, смотрите, не засните. Нет, нет, сэр, что вы. Не зевайте, у вас тут не просто человек. Ладно, берите себя в руки и будьте внимательны. Или пусть вас переведут на другой пост. Есть, сэр. Я вас не подведу. И удачи вам. Сэр, yes, сэр. Ботаны, эх, ботаны. Это мой клон, да? Или не мой клон? Протокол проверки Уира Дрезнера. Директор Фолк. После углубленного изучения устройства связи с мозаикой, извлеченной из лазутчика ноября... О, ему имя дали.
Мы с доктором Дрезнером весьма преуспели в понимании природы коммуникаций чужих. Это позволило нам создать устройство для проверки благонадежности. Проигрывание определенной комбинации звуков, один, например, на частоте 4 кГц, а другой на частоте... Тра-та-та. Воспроизвести приказ мозаики, применить насилие. Любой чужой, получивший такой приказ, отреагирует на него агрессией и паникой, независимо от своей маскировки. В то же время у людей такая комбинация вызывает всего лишь пронзительный звон в голове и, возможно, ощущение движения. Важно, что такой звук нужно применять с осторожностью, поскольку резонансная частота глазного яблока человека составляет 18-98 Гц. И неправильно отрегулированный звук может вызвать боль, головную боль и временные зрительные галлюцинации. Так, офигенно. Очень поительно. Можно сюда зайти? Чё за, блядь? Вы это видели? Эй, алё, пустите меня к этому парню. Он там за столом скрывался. Погодите, а там он чувачело лежит, по-видимому, без сознания. Доктор. Да ну нахер, алё, вы чё, бля, не видите, что тут что-то? Сирену включите, блин, авария на станции. Слышь ты, блин, седой, точнее лысый, как тебя назвать? Там коллегу твоего замаслали? Да. Вообще им на всё похер. Где-то здесь была панель. Компьютеры здесь стояли. Можно было понаблюдать за чуваками. Убрали, что ли? Что за шум используют для проверки? Там у них какая-то специальная частота, которая имитирует сигналы мозаики. Типа манка на уток? Ага. Очень сложного манка. Манок на уток, блин, как вам в череп. Проникнуть в череп. Ладно. Чувак, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, блин. Я тебе помог? Хера себе, его уже одели? Или он и был одетым? То оно все в крови, или то просто оно красненькое? Ёпта. О, так я тебя скоро в команду возьму. Ты будешь со мной бегать в отряде? Будешь своими этими... Здравствуй, Уильям Картер. Пси-атаками. Знакомое лицо. Что-то ты слишком довольный для пленного. Ты тоже. Значит, ты нашел фазовый плоттер. Теперь готовишься к этой твоей безумной атаке? Фу, какой ты красивый. Нужен твой совет. Расскажи о фюрере. Ну что, ты правда хочешь разбить мозаику? Тогда скажи, куда забирают лунатиков и как их вылечить? Не знаю. Я воин, а не ученый. Я даже не знаю, лечится ли это. Да. Ты же знаешь что-то о фюрере. Если мы его прижмем, чего нам ждать? Фюрера? Он примарх. А ты не мелочишься, Уильям Картер. Фюрер, примарх, ты меня понял. Он мудрый. Терпеливый. Не случайно мозаика сделала его лидером. Или ты думаешь, это случайность, что твоя планета так быстро сдалась? Не так уж он умен. Мы его выследили. Конечно, вы его выследили. Он заманит тебя к себе, потом убьет. Это самоубийство, Уильям Картер. Знаешь, чувак, мне очень странно, что у тебя типа твои губы... Блин, жалко, мышки нет. Открываются влево-вправо, а там челюсть похожа на человеческую. Почему она тоже не влево-вправо открывается? Это странно, блин. Как тебя зовут? Ты совсем не понимаешь суть мозаики. Когда мы связаны, мы мозаика. Имена несущественны. Теперь ты ни с кем не связан. Как ты себя назовешь? Ноябрь. Я не знаю. Никогда не задумывался об этом. Задумайся. Помоги нам победить, и имя тебе пригодится. Очень странный чувачок, но у него есть соски. Не пропадай. А есть выбор? Конечно нет. Береги себя, Уильям Картер. Береги себя, пришелец. Я вижу, вообще к тебе относятся тут. Слышь, а ты точно им мозги не промыл вот этим троим, четверым? Тут у тебя четыре чувака. Может, уже это твоя армия, мини-армия, ты ими управляешь?
Капец, что творят без меня, а? Оставил, блин, их на полчаса и такое натворили. Так, чужой гвардеец. Тяжело вооруженный, закрытый щитом пехотинец чужих. Прекрасная физическая форма. Они вооружены автоматическим оружием. И гранатами. Совместно с группой простых солдат и командиром. Вероятно, это ветераны предыдущих военных кампаний чужих. Они часто носят с собой небольшие трофеи. Тра-т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 а. Понятно. Слушай, если мы останемся живы... Не начинай! Нет, ты послушай. Если мы выиграем войну, все эти технологии изменят мир. Спешу тебя обрадовать, они уже изменили. Сейчас, погодите. Они уже изменили мир. Я вижу ваши мозги. Точнее, полное их отсутствие. Лабораторные заметки, доктор Вир. Пока мы не можем перехватить сообщение Мозаики, да и вообще не способны постичь масштабы этой коммуникативной сети. Однако мы научились грубо имитировать простейшие приказы с помощью комбинации инфразвука и высокочастотного. Мы полагаем, что существует третья частота, на которой происходит уточнение приказов, но ее еще предстоит выделить, если только нам верно определили способ ее передачи. А если мы верно? Так, в данный момент мы выделили только один приказ, который можем уверенно передавать. Агрессия. Подозреваю, что именно несложность этой эмоции... Тра-та-та-та-та-та-та на двух. Понятно. Все с вами понятно. Чуваки, у вас тут оборудование, что ли, изменилось? Титан. Тра-та-та. Изготовлен материал силикоида. В неясно являются титаны и силикоиды разумной формы жизни. Или это выдающийся пример инженерной мысли. Титаны — крупные летающие противники. Итак, форму, так, рекомендуется укрытие, поднимает форму BTO, что он готовится к стрельбе. Понятно, это тот кругляк, с которым я воевал. Ты кто? Что у вас сегодня на чертежной доске? Как всегда, новое оружие, модули для Мстителя и пара задумок на потом, если... когда будем восстанавливать общество. Жги. Есть у вас новое оружие? Мы с Мёрфи разобрали по винтикам все, что вы принесли, но скрестить их технологию с нашей не так-то просто. Со Мстителем у вас все получилось. Признаюсь, мы не создали бы Мститель без доктора Уира, а заниматься разработкой оружия ему мешает совесть, насколько я понимаю. Как продвигается Мститель? Медленно, но верно. Доктор Уир показывал нам врата Венна, так что мы поняли, какие нагрузки придутся на корпус, и как следует его укрепили. Странно, что такая посудина вообще летает. О, да. Многократная тяга доктора Дрезнера – удивительная вещь. Если направить всю эту энергию в одну точку, кинетическая энергия будет равна... Я готов обойтись без подробностей. Офигеть, я тоже. Рано мечтать о восстановлении общества, но мне любопытно, что вы задумали. Да так, баловство. Я изучаю оставшиеся фрагменты семян чужих. Представьте, что будет, если мы создадим нечто подобное. Да, при восстановлении это нам здорово поможет. О, да. Мы могли бы отстроить разрушенные районы, разбить лагеря для беженцев. Доберите больше. Колонизировать бывшие земли Совет. Вы слишком торопите события. Конечно, другие страны могут решить, что продолжается нашествие чужих. Но знаете что, Картер? Из этих семян можно вырастить и бункер, и укрепление, и... Док! А, виноват. Тю. Мне надо идти. Удачи вам, док. Да, да, конечно. Удачи тебе, доктор. Доктор Пеппер. Слышь, я там только что его брата видел. О, у вас новая игрушка? Послушайте, мистер Карт, винтовка на Эллерии не игрушка. И вообще, мы испытываем оружие для мистера Барнса. Мы же можем использовать оружие пришельцев? Или вы его улучшаете? Все можно улучшить, Картер. Можно найти более ровный механизм переноса, оптимизировать структуру рассеивания. Все. Этого вы и хотите добиться. Умрем, но добьемся. Образно говоря. Что-то мне подсказывает, что в кобуру его не запихнешь. Да, очень смешно. Мы подумаем о миниатюризации после базовых тестов. Мощность тоже уменьшите? Нет, нет.
Наши успехи в баллистике и энергетическое оружие врага позволяют создавать оружие по новым принципам. О, так вы совмещаете технологии чужих с нашими, как в «Мстителе»? Интересно. И как этот монстр стреляет? Элементарно. Представьте катушку Теслы, разряд которой фокусирует баллистическое направляющее из Эллерии. Давайте попроще. Это молниевая пушка. Похоже, штука полезная. Как в метро. Вам помочь ее испытать? Мы ждали, что вы об этом спросите. Наш лаборант опять испарился. Нет, не в буквальном смысле. Что вы? Нет, такого у нас не бывает. Так вы сказали... Ну да, все готово к стрельбе. Просто нажмите кнопку и отойдите. И смотрите, не испаритесь. Спасибо, я все понял. Я уверен, вы нам поможете. Полевой агент на испытаниях не помешает. Очень странно. Будьте любезны, нажмите кнопку на устройстве, и мы продолжим. Не уверен, это ты как-то говорил о своем лаборанте. Что делает тут дядя? Круто. Сомневаюсь, что эта штука пригодится в бою. Опс! Сейчас настрою разряд. Давайте еще разок. Штука шварк. Это уже лучше. Удовлетворительно. Но думаю, это не предел. Еще раз увеличим мощность. Пробуйте. Кажется, вам есть еще над чем работать, господа. Все живы-здоровы? Все живы. Вы это видели? Изумительно. Какое чудо, мы остались живы. Потрясающе. Догонишь. Тут все, блин, пуляет и падает. Ладно. Так, с тем клоном я пообщался, с этими тоже. Идем наверх. Надо же со всеми переговорить. Сейчас глянем, доступны ли мне миссии. Картер, вы слышали, как Фолк ругался с Уивер? Они никогда не поднимали голос друг на друга. Нет, не слышал. Она, наверное, хотела за то, чтобы меня в расход пустили. А он, наверное, был против. Проверьте все и перепроверьте. И еще раз проверьте. А потом все заново. Картер, вы не представляете, что мы нашли. Второстепенное задание. Ничего себе. Да блин. Картер, вас Барнс искал. Он вас уже нашел? Нет. На Мститель пытался пролезть шпион. Шпион здесь! Черт, он что-нибудь испортил? Да нет. Мы сейчас все проверяем, но вряд ли он много наворотил. Еще один чужой. Вот черт. Это не чужой, это красный. На нас напали пришельцы, а теперь и от советов надо отбиваться. Это чувак с охотников за привидениями. Никогда не сдаются. О, это тот, четвертый. Черненький, который был у них, красный? Красный? Как он сюда попал? А он тут давно был. Он пролез на базу еще до нападения. И до сих пор не попался? Я уже хочу с ним поговорить. Где он? В отряд его. Мастера. Вон там. Волк сказал его допросить и расстрелять. Че? Какой расстрелять? Я его в отряд возьму. Пришли поболтать с красным? Пустое дело, конечно, но все равно. С синим. Удачи. О, ты такой красный, я прямо это, я реально тебя красным думал. Как индеец. Привет, красный. Ты будешь говорить с русским акцентом. Affirmative. Форма за Раша. Yes, commander. Winter is coming. Чему есть то, что
Mam jeszcze pytanie. Czy będą tortury? A co? Wam to нужно? Я думал просто поговорить. Вау. На каком это ты языке говоришь? Чехия, что ли? Мне нужно знать, зачем вы здесь. Нет, не повем на твои питания. Нет, скажешь. Myślisz, ты поляк? Ты будешь говорить? Jesteś słaby. Wszyscy jesteście słabi. Чувак, ты из Польши? Вообще-то, если вы еще не заметили, холодная война прекратилась. У нас появился враг посерьезнее. И у вас. Jak ja znowu przybyszę? Słyszałem już tę bajeczkę. Masz mnie za idiotę? Послушайте, я был снаружи. Это правда. Половина планеты мертва, а другая половина заражена. Они ударили по всем. Уверяю вас, ваши друзья в Советском Союзе тоже в беде. Если они еще живы, конечно. В чем я лично сомневаюсь. То бздура. Не macie żadnych dowodów. Tylko te głosy z radia i fałszywe zdjęcia. Nie wierzę w tę bajkę. O kom ty języki mówisz, чувачело? Убивать вас было бы глупо. Неизвестно, сколько вы скрывались здесь. Зачем вас убивать? Нам нужны такие агенты. Чужие — это проблема не только для Америки, для всех. Myślisz, że teraz będę mówił? Jesteś słaby. Wszyscy jesteście słabi. Я предлагаю вам сделку. Отправлю вас наверх. Вы сами все увидите. Если я сказал правду, вы работаете на меня. А если нет, езжайте на Кубу. Не так легко дмухать мне в кашу. А вам что? У вас будет пушка. Будет, так сказать, относительная свобода. Дальше не мои проблемы. Файне. Может, сам забачишь ты шибыши. Я рад, что вы с нами. Что? Надеюсь, у него пятый уровень, не или следите, хотя бы... Не что я подслушивал. Вы правильно сделали. Нам любая помощь пригодится. Ах ты, сука, предатель, блядь. К стенке вот этого. Арестуйте его, блядь. Ладно. Толку от вас никакого. Пришлось повозиться, но думаю, он будет за нас. Не верьте ему, Картер. Сейчас люди воюют с пришельцами. Русские, американцы, без разницы. Надо вывести его на поверхность. Да он не показать, русский. Показать, что у нас устроили чужие. Как скажете. Могу взять его на вылет. Надеюсь, он поймет, наконец, кто хороший, кто плохой. Офигеть. Отправить этого поляка туда, в Нью-Мексико. Скатертью дорожка. Слышал, Фолк устроил вам веселуху? Ах, обхохочешься. Могло быть и хуже. Меня час продержали в изоляторе, пока чистили после вас испытательную лабораторию. А на вас нападали? Сдаюсь, у вас было хуже. Что вы хотели? Так. Так, что делают с рейнджерами? Поглядел я на эти титаны и попросил поставить рейнджерам новые борта, как у Мстителя. И что это даст рейнджерам? Ничего сверхъестественного. Но они станут побыстрее, помощнее и покрепче. Насколько надежны эти новые технологии? Вот заодно и узнаем. А ты рисковый парень. Как поживает Мститель? Почти готов. Если эта кастрюля полетит так же, как на испытаниях, вы даже не почувствуете тряски. Лишь бы до цели добраться. Узнайте у фюрера, где цель, а мы со Мстителем вас довезем. Интересно, вот цветных не обижали в 62-м году? Он как он пилотом стал? Это немыслимо. Ладно, пора за работу. Это верно. Дайте мне секунду, я подготовлю нашу пташку к вылету. Чувак, это нереально. Ты дослужился до таких званий. Блин, в Америке 60-х. Это гонило. Так, второстепенный квест решили. Отлично. Наверх собираетесь? Там глазеть не на что. Это ты мне? Это ты мне? К
Картер, мы с Досиловой пропускали стаканчик другой после работы, а сейчас мы подумали, что эта фляжка вам не помешает. Перси, где та фляжка твоя? За тебя, Нико. Пусть земля тебе будет пухом. Ну, толкаш. О, еще разок. И за тебя, Кинни. Покойся с миром. Красава, давай еще разок. И за Нильса. Светлая память. Давай, хочу, чтобы ты ужрался. Хорош, да, вискарь? И за Эдгара Гувера. За Нью-Йорк. За США. Давай, жги. А пятый разок можно? Можно. И за Уильяма Картера. Это за меня, что ли? Ты же закрыл эту, дебил. У тебя пробка закрыта. Странно. Куда? Алкоголик. Вы выпили всего бутылку? Даже с нами не поделились. Я пил с другом. У тебя красные глаза, не спишь, детка? Ух ты, нифига себе. Черт, тебе форма идет, детка. А какие у тебя глаза. Парни, подъем. У нас новое задание. Опять будем спасать несчастных старушек или что-то повеселее? Веселее некуда, Кинни. Мы отправляемся в логово зверя. Ну, наконец-то! Лунатики собираются около башни в штате Нью-Мехико. Мы разберемся, в чем дело, а потом вырубим саму башню. А мы от лунатиков точно ничем не заразимся? Лучше думай о том, как попасть в башню живыми. Есть, сэр! Задание будет долгим. Надо разведать обстановку, найти вход в башню, но главное — не выдать себя. Пока не будем готовы к удару. Поменьше Джона Уэйна и побольше Джеймса Бонда? Ты читаешь мои мысли. Если повезет, мы найдем лекарство от лунатизма. Если оно существует. Да кто его знает. Но если не надеяться, лучше сразу сдаться. Тот голос в голове реально громкий. Как там тебя? Слышь, Чульский, а что ты со мной не говоришь? Думаешь, я предатель, да? Так, а тут был такой чувак, любитель потрепаться. Что они делают со всеми этими лунатиками? Ты же читал отчет, там вроде все ясно. Я не понял. Подумай, чужие вторгаются в наш мир, захватывают жителей, грузят на корабли и увозят к себе. Ты что, историю Америки не помнишь? О, хочешь сказать, что... Почему нет? История повторяется. А что у вас там была за история? Приехали конкистадоры и вырезали всех индейцев? Скажете что-нибудь полезное? Возможно. Мы как раз читали ваши отчеты, в том числе о контакте с фюрером. Сделали великое открытие? Скорее, заподозрили неладное. Жги, бро. Как распространяется лунатизм? У рек и озер лунатиков меньше. Возможно, какие-то пресноводные растения или рыбы подавляют инфекцию. Но как она передается? Увы, мы не знаем. Скорее всего, от человека к человеку она не передается. Иначе все агенты уже были бы заражены. И то хорошо. Вы знаете, куда забирают лунатиков? Скорее всего, чужие увозят их в свой мир. Или продают на каких-нибудь межзвездных торгах, как скот. Не знаю, что хуже. Сами похищения или то, что эти твари могут где-то продавать людей. Люди тысячи лет унижают себе подобных. Почему вы думаете, что пришельцы будут добрее? То так и есть? Есть предположение, зачем им люди? Мы можем только догадываться, но в любом случае картина мрачная. Насколько? В лучшем случае чужие увозят людей на свою планету в качестве рабов, но не исключаю, что мы для них что-то вроде скота. Я понял, о чем вы. Ну, спасибо. Порадовали. Зато тем больше причин сражаться. Удачи вам, Картер. И тебе, как там тебя? Хер тебя, крат. Карт, крат, чё? Крат. Так. Пима, Нью-Мексико.
потеряно. Район следует считать мертвой зоной. Транспортный шпиль видно из-за пределов города. Многочисленные лунатики бредут туда-сюда, та-та-та со всего мира. Так, лунатики не враждебны. Внешняя среда их заражает. Тра-та-та, на потерю группы, тра-та-та, бесценно. Насилва помер, но его работа бесценна. Видел этих лунатиков? Да видел. С одним таким я столкнулся вчера ночью в коридоре. Типа шутка? Еще один зараженный. Вильям, можно вас на пару слов? Нет. Я хотел поговорить о вашем тесте. Примите мои глубочайшие извинения, Уильям. Но, как видите, у нас сейчас более срочные дела. Этот человек заражен. До сих пор заражений на базе не было. Может, это очередной побочный эффект вашего теста? Найн. Я уверен, что заразу принесли извне. И я прошу вас, найдите ее источник, не поднимая паники. Да, не поднимая паники, это мое второе имя. Этот агент уже почти лунатик. Как вы собираетесь ему помогать, если лекарства все еще нет? Лекарства нет, но есть первый шаг. А о чем вы? Я научился определять лунатизм на ранней стадии, до появления симптомов. Теперь мы можем раньше приступать к лечению, или хотя бы поймем, как протекает весь процесс. Значит, очередной тест. Не бойтесь, Уильям. Теперь вы будете экспериментатором и тайным. По возможности. Да уж, не стоит пугать народ лишний раз. По счастью, детектор определяет инфекцию на большом расстоянии. Держите, проверьте оперател, техников, лабораторию, зал совещаний и ангар. Пожалуй, это все. А если я найду зараженных? Отправьте их к доктору Харе. Я буду там, мы постараемся им помочь. У меня чуть голова не лопнула во время теста. Это же ненормально. Возможно, это произошло потому, что вы раньше сталкивались с артефактом чужих. Скажите, что вы почувствовали? Что кто-то хочет пробить мне череп изнутри и вылезти наружу. Я едва не потерял сознание. Да, и вы что-то сказали. Ваше имя или звание? Не представляю. Пару секунд я был как в тумане. Я рад, что вы снова с нами, мой друг. А то бы мы вас уже разрезали. Вы сказали, что шум на проверке — это звук мозаики. Откуда вы его взяли? Доктор Уир изучил устройство, которое нашли у пойманного шпиона. Похоже, именно через него мозаика передает приказы. Ими управляют по радио? Не совсем. Но, как кажется, оно создает подсознательную связь с командной иерархией. Вы приказали атаковать. Попросили бы лучше сплясать, что ли. Мы не можем давать конкретных приказов. А насилие вообще довольно универсальный ответ. Мне надо идти. Как скажете, но если пожелаете, у меня есть эксперименты, которые... Нет, я поищу зараженных, но экспериментов мне на сегодня достаточно, док. Та-та-та-та, в тактическом режиме нажмите «Фу!» Так, фу, вон, зараза стоит. О нет, этот агент заражен. Чё, тубзик закрыли? Вумен или вимен? Вимен. Мен. Так, кто тут из вас бацилла? Чё, нет бацилла? Вон там я вижу, фиг знает, где бацилла. И вон три бациллы вижу. Блин. Хоть здесь зараженных нет. Погодите, где-то в подвале были? А, то мышка. Как-то облегчить их участь. Да хрен. Это уже кое-что, правда? Сколько же реплик они записали. Все ради погружения в атмосферу. Ужас. Да блин.
Я не вкурю. А, все, вкурил. Так, заразы. Все у вас тут окей? Окей, я вижу только троих зараженных. Что это? Я проверяю условия труда. Здесь все нормально. Слышал, Фолк устроил вам веселуху. Обхохочешь. Могло быть и хуже. Она вас дают. Ладно. Это верно. Ладно. Не подымая шуму и пылюки. Засранцем, да, блин? Я вижу, там среди ученых есть заразы. Сейчас я, блядь, вас всех полечу, блин. Щито. Да, блин, как им пользоваться этой шляпой? Слышь, доктор, ты на заразу смотришь? А, блин, я что, снизу должен туда попасть или как? Чё за лажа, блин? А у тебя что тут, одна и та же сцена постоянно? То есть ты каждый раз его будешь валить, когда я буду сюда заходить? Жесть. Так, это пришелец. Тут, короче, такое дело. Здравствуй, Уильям Картер. Приятно видеть знакомые. Что-то ты... Ты тоже. Не пропадай. А есть? Конечно. Береги себя. Тю, я думал, ты что-то скажешь по поводу вон того заразного чувака. Блин, Уильям Картер, а нельзя шифтом тут бегать? Я понимаю, это странно бы выглядело. Ну да, ты бы тогда привлекал внимание. Че, ваш мегабластер починили, нет? Так, кто тут из вас, зараза? Так не, я не могу такие его просканить. Не, бля, они что, издеваются? Привет, зараза. О нет, это агент заражен. Что ты тут делаешь вообще? Агент, вам надо зайти в лазарет. Что? Но я совсем здоров. Не спорьте. Отправляйтесь в лазарет. Где он делся? Где он, блин, делся? А, то в лазарете, то тот чувак, которого я туда направил. Да вы гоните. Офигенно, неудобно. То есть их там уже двое. И еще он, я вижу, еще фиг знает где чувак. В каких-то дебрях. Не слыхал. Вау, камера, ты чё так вверх? Чё-то её так сипануло. Кто тут из вас зараза, а? Ах ты зараза, блин. Ах ты ж зараза. Вы неважно выглядите. Загляните в лазарет. Зачем? Так надо. Быстрее. И проведать зараженных агентов. Что, снова туда идти? Да вы, сука, вы с этой беготней меня достали. Час уже по базе шарить, блин.
Че, реплики закончились? Ну, Биара. Доктор! Ты мне дашь миссию второстепенную? И старайтесь ни на кого не дышать. Но... Без но. Поберегите силы. А, вы нашли их очень вовремя. Что скажете, доктор? Надежда есть? Я физик, а не врач, но я попытаюсь понять, что с ними. Эти три агента были вместе на задании, верно? Да. Возможно, нам это кое-что даст. Если проследить их действия на последнем задании, мы могли бы найти источник инфекции. Или даже лекарство. Или получить очередного лунатика. Риск есть, да. Но можно спасти тысячи, десятки тысяч жизней. Выбор за вами, Уильям. Этот человек мне напоминает доктора то ли Бросовича, или как там его звали, из Текина. Поговорить с Дрезнером. Новое автономное задание. Лунатики. Des Moines, Айова. Чувак, ты точно в Текине? А, этот снова кого-то тут убивает. Виж. То есть тут уже, я не знаю, три раза он его убил. Капец, что творится? Что там творится? Так, сейчас идем к центральному пульту. Я еще хотел с той дамой поговорить, если разрешат, конечно. Но они, наверное, ругаются сейчас вместе с этим, с начальником. Так, поговорить с той девушкой. А эти таки стоят в моей комнате или не? Свалили. Бухла им не дал. Так, к шефу мы не пойдем. Я почти нашла его. Он так близко. Позвольте мне этим заняться, и я принесу его голову на блюдечке. Фюрером займется Картер. Это его работа. Отправьте нас обоих. Никто никуда не поедет, пока мы не узнаем, где его искать. Агент Вивер, я понимаю, что вас связывает с фюрером, но ваши эмоции могут помешать проведению операции. Буга. Должно быть, это то самое место. Maybe. Maybe yes, maybe not. Так, сейчас мы отправим... Агент Вивер заперлась у себя в кабинете, когда узнала про досилку. Я бы тоже заперся в кабинете, если бы он у меня был. И пил бы, не просыхая. Так, ух ты, ё, что тут происходит? Операции. Итак, у нас есть... Это чисто новости. Пима автономная. Автономная. А это... Малая операция. Так, сейчас мы на автономной. Как мы отправляем? Там надо 8... Ранг 4 инженер-агент, то есть поляк станет за нас. Какого-нибудь агент с агентом вместе с Петром Жедревским к башне в Пиме. Кого-нибудь отправить. Тут, блин. Сейчас отправим. Сейчас подготовим, братюняк. Итак, Синклер, ты наш зеленый друг. Да, проверим, что у тебя есть. Ты со снайпой и с ранцем тактика. Что ранец тактика делал? Так, понятно. Умение. Что? Агенты-разведчики превосходно замечают уязвимые места цели и бьют по ним с максимальным эффектом. Эта заимствованная у чужих технология ненадолго делает агента-разведчика... Офигенно. Это и все? Так, Васкис. Так, а что тут можно включить? Васкис, снаряжение. Скорострельное. Так, лазерный пистолет-пулемет. О, а то нормально, нормально, блин. Так, ранец, тактика. Следующий ген. Так, надо как-то, блин, как это, блин?
Всем ставим ранец тактика, потом будем думать, правильно я выбрал или нет. Ранец стабилизатор. Похер. Что, у меня есть лохи второго уровня? Ого, что у меня за балумбинь такая. Так, с умениями, я думаю, тут у ребят проблем нет. Все повыбирали. Даже не помню, когда я это сделал. Так, есть у меня нубы второго этого. Понятно, все с вами понятно. Так, значит... Че, куда? Отправим. Так, поляк 8, и тут 8. Так, поляк 8, да? Идет туда Васкес. Тоже 3. Синклер, блин, это уже 7. Ух ты, кого-то надо выкинуть. И Максим, это уже 9. Ладно, пусть будет 9. Восемь. Ранец ближнего боя. Вы уж там постарайтесь, ребята. Так. Так. Все. Давайте где-то здесь. Блин, как тут? Тут сохранения нет? Нет тут сохранений? В этом месте, ребятки, я вам говорю пока-пока. И так долго я по базе лазил. И после этого все, отправили всех братюнек с собой, в отряде люди остались, осталось поговорить с Фолком. А, нет, не буду я говорить с Фолком, ну его нахрен. Да блин, тут есть еще одно задание, чисто полевое, для меня короткое. Сейчас я поднимусь к нему, я надеюсь, там же разговор не начнется, пока я не нажму, верно? Я что-то пропустил? А вот и вы. Агент Вивер уверен, что фюрер на северо-западе страны. В Орегоне. Его база в Орегоне. Надеюсь, вы двое сможете сузить радиус поиска. Мы не можем прочесывать целый штат. Картер, нам нужно поговорить. Я нашел этот отрывок. Итак, среди мусора он привлек мою... неизвестный. Так, какой в этом смысл, черт возьми, города исчезают каждый день, Фолк никому не верит, ограничения на передвижение сняты, но куда нам идти? У нас нет дома, говорю тебе, нужно ехать в Вегас, в то, что от него осталось, и провести конец света с шиком. В конце концов, мы все закончим, как эти зомби в карантине. Так, то есть оно по-любому сработало. И теперь у меня основное поговорить с этой дамой, поговорить с Анжелой. Не-не-не-не-не-не-не. Все, братюньки, всем вам хорошего настроения, пока-пока. Я сейчас добегу до этого терминала и оттуда начну выполнять мини-миссию. Ну, сперва, конечно же, я посохраняю все свои видеофайлы, так как иногда эта игра выбрасывает. Все, чао-какао.